Сегодня у музея Гомельского палацово-паркового ансамбля отбылась презентация выставы, присвященная юбилею газеты «Гомельская правда». Каля 100 экспонатов рассказывают об шляху самого старого друкованного выдания Беларуси. 22 соковика исполнится 100 годов с дня выхода первого номера газеты. Вероника Ворошилина с подробностями. Газета «Гомельская правда» народилась у вихра революционных подей 1917 года. У разный час она носила разные назвы. «Известия Гомельского совета рабочих и солдатских депутатов», «Путь советов», «Полесская правда». Под сучасной назвой «Гомельская правда» выходит с 1938 года. Але заўсёды журналисты выдання імкнуліся писать об самом актуальном. У годы Великой Айчыны наближали пяром перамогу. У красавіку 61-го поведомляли о першем полете человека в космос. У 86-м про Чернобыльскую трагедию. На выставе представлены уникальные фотографии и газетные публикации, которые не только кажут про гэтыя подеи, але и знакомы с журналистами, фотокорреспондентами, редакторами, которые в свой час заклали лепшие традиции. В «Гомельской правде» я проработал в штате 15 лет до выхода на пенсию. И 15 лет до этого я был внештатным сотрудником. Ну а молодым сотрудникам пожелаю одного острых перьев, хороших материалов, потому что газета, она живет, казалось бы, сутки в день выхода, ну и на следующий день кто-то в нее заглянет. А материалы газетные остаются в памяти, если они острые, если они задевают за живое. Выстава, присвященная юбилею газеты «Гомельская правда», невыпадково разместилась у музея палацово-паркового ансамбля. Менавіта у гэтых велічных стенах яна выходзіла пэўны час. Разам з ксеракопіямі рэдкіх нумароў у экспазіцыі прафесійная друкаваная тэхніка, імправізаваны кабінет рэдактара і фоталабараторыя. А таксама юбилейные значки и узнагороды журналистов «Гомельской правды». Тут таксама можно убачить юбилейное выдание, над створением якого працавал увесь коллектив редакции. У яго вошли уникальные фотоматериалы, успамины ветеранов и наибольш гучные артикулы. У целом мероприемство, присвященное 100-годовому юбилею газеты «Гомельская правда», будут протягиваться еще несколько месяцев. Жыхароў региона чакае множество цікавых святочных сюрпризов. Это и посадка леса. Это и сочинение в школах во всей области о «Гомельской правде». Это и спортивные соревнования. Это и встреча с ветеранами, журналисты, которые работали в «Гомельской правде». Ну и масса других каких-то встреч. Будут награды, будут теплые слова. Поэтому мы вот с хорошим настроением встречаем свой юбилей, свой праздник. Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».